Всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Но, к сожалению, он не очень добрый. Я выхожу в эфир, потому что я понимаю, что я сейчас в дороге, и, к сожалению, меня настигли не самые лучшие новости. Какое-то время тому назад личный врач Ника Кипшидзе, который сегодня видел Михаила Саакашвили, вышел из тюрьмы и сделал заявление, что состояние Михаила критическое, и осталось буквально несколько часов, мы не знаем сколько, до очень критического состояния, когда человек может упасть или в кому, потерять сознание и в том числе летальный исход. Михаил отказался от какого-либо тестирования, от переливания крови и от каких-либо медикаментов. По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для поддержания его жизнедеятельности. Он действительно их принимал. Там есть достаточно сильные медикаменты, которые используют, например, в реанимациях для поддержания жизни. Это позволяло ему держаться, но сейчас он отказался от этого. Особенно после тех циничных заявлений, которые сделаны со стороны грузинской власти про то, что он якобы ест, и на самом деле это все неправда. В знак протеста он отказался от этого, и он по-настоящему находится, его жизнь, под очень большой угрозой. Я хочу обратиться ко всем. У нас нет времени. У нас нет времени ждать, что что-то хорошее произойдет. Постоянно я продолжаю слышать о том, что все будет хорошо. Без действий ничего не будет. Без того, пока грузинская власть не переведет как минимум Михаила Саакашвили в больницу, в частную больницу, где будет безопасно и не будет бояться, ничего тоже не будет. Если мы потеряем человека, если его не станет, на совести кого это будет? Ситуация очень сильно критична, и нельзя допустить, чтобы мир потерял Михаила Саакашвили. И я выхожу сейчас в эфир, чтобы рассказать об этом. Мне очень бы хотелось рассказать какие-то другие новости, но, к сожалению, других хороших новостей нету. И нужно действовать, нужно требовать, нужно переводить Михаила Саакашвили в больницу, и нужно добиваться справедливости. И то количество ущемлений прав человека его, даже как заключенного, не остается незамеченным. То, что не оказывается медицинская помощь, судебная, его права нарушены, это миром мира это все не оставит, потому что история все записывает и все помнит. Сейчас время действовать.